Для меня очень даже 8 дней. Для меня день, я не знаю, я его ждал, наверное, очень долго. Долго. Но, знаете, для меня день этот очень такой. Хочу пожелать вам, дети, здоровья, мудрости, терпения, сдержанности. Уважайте друг друга и почитайте. И мне, пожалуйста, побольше внуков. Одно я хочу внуков много. И внучек. И внучек. Сначала внучек. Нет, про внуков потом. Окей, уже не согласен. Да. Уважайте друг друга. Уважайте близких, уважайте родных, уважайте всех людей. И только это уважение к вам. Дай Бог все то, что вы пожелаете. Много лет. Много лет. Уважай Диану, а ты, Диана, уважай Андрея. Чтобы почитали и уважали своих родителей, не забывали их. Всегда приходили к нам в гости. В общем, всего вам самого-самого наилучшего. Будьте счастливы. Аминь. Желаю вам
крепкую семью. Радость, что была во Христе. Друг от друга любовь. Уметь терпеть. Как делить тяжести, поддерживать в трудностях друг друга. Не забывать родителей. Общину, братьев и сестер. На многое лето. Многое лето, многое лето, многое лето. Андрей, да, я поздравляю вас с законным браком. Что Бог сочетал, того человека не разлучает. Матфей пишет. Две души теперь желали по любви в союз вступить. Чтобы радости, печали здесь безропотно делить. Чтобы две души отныне жили в мире, как одна. Дух твой мира и святыни им пошли, Господь, сполна. О Боже, дай, чтобы в жизни сердца были друг другу верны до конца. Чтоб не прервался союз земной, сам приведи до цели благой. Дай Боже им счастье на многие дни, от бури ненастья их в мире храни. Пошли освящение взаимной любви, и к небу стремление в сердцах обнови. Колоссянам 3:18. Мужья, любите своих жен, и не будьте к ним суровы. Жены, повинуйтесь своим мужьям, как прилично в Господе. Мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитве. 1 Петра 3:7. Колоссянам 4:2. Будьте постоянны в молитве, бодрствуйте в ней с благодарением. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренно. Не мечтайте о себе. Если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. В усердии не ослабевайте. Духом пламенейте. Господу служите. Благодарю вас. Многое лето. Многое лето. Встал, уже где-то, вот, скажем, его нету.
любовь частица рая на планете. Она однажды Богом нам дана. И что бы ни случилось вдруг на свете, любите всю жизнь, любите всегда. Любите друг друга, цените друг друга, держитесь друг друга, на белых сидим. Любовь дается в жизни раз. Сберечь ее задача непростая. Она должна быть твердой, как алмаз, и нежной, как дыхание рая. От себя хочу добавить, что раз уж мы в деревне здесь, то живем на земле и знаем, что прежде чем собрать какие-то плоды с земли, да, нужно рассаду вырастить за месяц, за два, таскать ее, чтобы она не замерзла, закалять ее, потом высаживать, накрывать, открывать. То есть очень много труда, чтобы собрать плоды. Вот сейчас мы посадили маленький росточек любви. Вот, но чтобы она выросла в большую любовь, нужно очень много потрудиться в жизни. Вот, я желаю вам терпения в этом пути и чтобы все-таки вы смогли ее вырастить. Чего, какой стаж ты перевела? В следующем году 25 лет. 25 лет. Вот так что Андрюша и Саша ездят. Пожелаем вам 25 лет супружеской жизни, 5 детей у них. Старшую дочь замуж выдали.